Сейчас я вам хочу рассказать, какие манипуляции я провожу с посадочным материалом перед посадкой. Ну, я уже говорил, что чесноком я себя полностью обеспечиваю сам, то есть семенами. Поэтому я уверен в том, что мой чеснок здоровый, потому что я провожу все мероприятия в течение лета, чтобы он не болел. В 2014 году я высаживал несколько рядов семян и много рядов однозубки и два ряда деленки. Значит, семена и однозубку я замачивал в растворе гумата калия и раствора минеральных удобрений фирмы Валагра. Я брал Плантофол формулу 5-15-45, то есть немножко азота, больше фосфора и еще больше калия. И смешивал с гуматом калием и замачивал семена и однозубку перед высадкой. Деленку, я знаю, что она уже поражена болезнями, потому что я видел в 2014 году, что была и ложная мучнистая роса, и ржавчина. Я ее обрабатывал химическими препаратами. То есть, ну, специальных препаратов я не знаю, я не интересовался. Но я взял препарат Альет и Строби. Пакетики, они в основном идут Альет для обработки огурца, а Строби, он универсальный. То есть, эти два препарата, два пакетика, я разбавил в 10 литрах воды. Туда же я добавил еще препарат Актара, это инсектицид. И замочил в течение часа свои луковицы. После этого я также их опустил в раствор гумата калия и раствора минеральных удобрений. Все, немножко просушил и затем просто взял, высадил их в грунт. Ну, хочу также добавить, что чеснок на одно и то же место высаживать нежелательно, потому что в земле накапливаются те грибы, паразиты, которые уничтожают ваш чеснок. Ну, желательно возвращать чеснок через 5 лет на место посадки. Ну, у меня этого не получается, я возвращаю приблизительно через 2 года, но я провожу некоторые мероприятия с землей. Я высаживаю после сбора предыдущей культуры, например, после огурца, высаживаю горчицу, обрабатываю ее бактериальными препаратами. На зиму она у меня остается на грунте, перемерзает, и весной я ее перепахиваю. То есть промежутки между растениями я высаживаю сидера. И использую культурные бактерии для подавления патогенных бактерий. Все.